Всем привет, мои дорогие. Вот я сегодня тут спряталась за цветами. Ну что, рубрика «Чё купила?». Кому интересно, оставайтесь. А, вы на канале «Дневник домохозяйки» для тех, кто зашел впервые. С вами я, домохозяйка Алла. В общем, ехали мы из бассейна, заехали в магазин. В два магазина, если быть точнее. Ну что, кому интересно, поехали. Итак, с чего начнем? Начнем, как обычно, с фаршика. Уж больно мы его любим, этот курячий фаршик нашего местного производства. Он очень нежный. Я туда еще добавляю блендером размолотый лучок, приправки. Что я еще туда добавляю? Паприку. Зиру молотую. И получаются вот такие котлетки в духовке со сметанкой. Я их еще сметанкой мажу сверху. Саша, скажи. Угу. Саша кушает. Приехали после бассейна. Калории потратил. Надо восполнить срочно. Я еще не ужинал. Он еще не ужинал. Ну, если что, так-то я тоже не ужинал. Ну, ладно. Ну, у тебя рубрика «Чё купила?». Ну, у меня рубрика «Чё купила?», поэтому я буду ужинать позднее. Ладно, Саш, не отвлекай. Колбаски, батончик с жирком. Что-то за выходные вообще все подъели. Всю мою колбаску съели. Да. Саша, не отвлекай меня. За кадром твой голос тут. Короче, 293 рубля, что ли, с жирком. Российская тоже. В магазине специализированном, в Звениговском. Это все наше местное. Хотя нет, Звениговская это Мариэл вроде, да, республика. Угу. Ну, здесь, в наших краях тоже находится хозяйство фермерские. Обалденная колбаса. Вот прям вот как родом из детства. А цена... нормальное. Масло взяла у них пачку первый раз попробовать. Тоже звениговское. Блин, подождите. Посмотрю. Я же рассказывала про этот звениговский комбинат. Там, кстати, и поснимать у них можно. У них там народ не очень много. Всегда. Это у нас Россия, да? Не вру. Республика Мариэл. Мариэл. Это там, туда, в сторону Чебоксар, наверное, да? Угу. В сторону что? В сторону Казани. Йошкар-Ола. Йошкар-Ола, Казань, наверное, в ту сторону. Угу. Не знаю, врать не буду. Я все время беру Княгининское. Пахнет маслом. Попробуем. Еще не брала. Так. Любимый рулет. Поедается у нас с неимоверной скоростью Евгения Александровной. Цена за килограмм 415 рублей. Здесь полкилограмма. В пятницу я брала, а уже нет. Считай, сегодня понедельник. Пятница, суббота, воскресенье. Это еще учитывая, что мы были в гостях в субботу. Творожок был по скидке, тоже наш местный. Вот все продукты, что у меня есть, они все наши, местного производителя. Нижегородской области. Мне очень нравится вот этот творожок приволжский, город Кстово. Был со скидкой, хотя у него срок еще вообще нормальный. Всего 56 рублей пачка. Снежок тоже был по скидке в Пятерочке. 37 рублей. Это тоже наш местный, шахунский. Бабушка с дедушкой любят снежок на ужин с булочкой. Хурма была по акции, но хурму в нашем доме едим только я, Саша, дети и Катя. Нет, там еще... В общем, Женя у нас хурму не ест. Она ей, видите ли, вяжет, хотя это все бред. Кстати, хурма была по 59 рублей за килограмм. Вообще халява. Халява. Дальше. Дальше идет молочко. Это тоже звениговское молочко. Цену не знаю, потому что она мне пробила общим чеком на 400 с чем-то рублей. Вместе это была колбаса, молоко и масло. Молочко. Молоко брала. Прям такое натуральное. Тоже как из детства.
Это уже брала тоже в Линдовском. Все местного производства. Все наш производитель нижегородский. Топленое молоко прям у них вкуснейшее. Тут брала другого производителя. Водянистое такое. А вот это молоко очень вкусное. Евгений у нас тоже полюбил топленое молоко. Вот такой хлеб семеновский подовой. Вкуснейший. Все вкуснейшее. Я, видать, есть хочу. Все сижу. Нет, реально все вкусное. Вот этот хлеб подовой, он очень такой. Я думаю, что там солод немножко добавлен, потому что у него есть такой привкус. Мама любит такой хлеб. Мама скоро, кстати, с бабушкой приедут, наверное, на этой неделе. Мы очень рады, что они возвращаются со своей фазенды. Сметанка. Это тоже наша местная. Ядринская. Это Чувашии, город Ядрин. Ну, у нас же рядом тут по соседству и Мариэл, и Чувашская республика. И Татарстан рядом. Ну, все, короче, рядом. Ну, тоже очень хорошая у них сметана. Всегда беру вот такая сметанка. И по цене она хорошая, в Пятерочке очень цена такая приемлемая. 99 рублей полкило. Но сметана, вот такая ложка стоит. Как бабушка раньше говорила, ложка стоит. Ну и взяли два батончика тоже. Дзержинск, нарезки не было. Мы уже поздно были. Взяли вот такие два батончика. А что, батон на завтрак у нас уходит. Я хлеб не ем вообще. Ну, у нас есть такие товарищи, которые все едят с хлебом. Бутербродиков на завтрак, там кашку даже с хлебом. Ну, вот взяла мягкие. Вкусно пахнет. Ну, правильно, я, наверное, точно голодный. Саша-то поел. Да уж, по сути, есть, наверное, не надо бы. Ни в коем случае. 8:30. Саша говорит, ни в коем случае. Ну, может, сейчас какой-нибудь салат перекушу вам. Из помидор. Вчера делали, оставался, по-моему, там помидоры, руккола. В общем, вот эта вся сумма покупки составила 1600 рублей. 1600. Но ничего, хоть тут можно что-то и приготовить, что-то и на завтрак, и хлебушек, и молочка, и маслица. Что-то скромно как-то сегодня. Ха. Да, я вам тут показывала в одном из влогов на 6000, а ничего такого там не было. А это мы сегодня малой кровью опять, 1600. Вот, смотрите, сижу в розовом саду. Свои розочки отцвели. Так вчера детки порадовали. Катюшка с зятем букет привезли. А это Катин букет. Они уехали в город, а букет она почему-то не взяла. В общем, вот так вот, мои хорошие. Сашулька, ты чё у меня убежал? Надо сейчас сделать, нажать на паузу. В общем, всех люблю, ценю, уважаю. Началась новая неделя, понедельник сегодня, день тяжелый. Но мы, правда, расслабились уже, сходили, поплавали в бассейне. Все мои дорогие, желаю хорошей недели, трудовой, плодотворной, чтобы дома... Саш, я коротенько, минут на 40. Чтобы у всех все было хорошо. Скоро новогодние праздники, скоро начало зимы, первый зимний месяц. Так, без сарказма. Стоит, меня смешит. 1 декабря, первый зимний месяц. В общем, ладно. А то сейчас опять куда-нибудь уйду. В лес. Ну, не в ту степь уже меня понесет. Короче, всем пока-пока. Выключи. Люблю, ценю и уважаю. А, ой, забыла, блин, все уже. Люблю, ценю, уважаю. И ждем вас на нашем канале. Вот такой сегодня у нас влог.